Приветствую вас на своем канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Андрей Морозов до сих пор не может простить звезду канала «Россия-1». После участия в шоу Малахова от юмориста ушла девушка. В студии у телеведущего Андрея Малахова всегда наблюдается невероятный накал страстей. Ведь здесь обсуждают человеческие судьбы, интересные подробности межличностных отношений, свадьбы и разводы. Некоторые герои признавались, что благодаря участию в передаче им удалось начать жизнь с чистого листа, оставив в прошлом проблемы и разногласия. Увы, бывает и ровно наоборот. Известный юморист Андрей Морозов признался, что участие в шоу «Андрея с приветом» в свое время обернулось для него трагедией и разрушенной семьей. Несколько лет назад сатирик пришел в студию со своей тогдашней девушкой по имени Мария. В свете софитов парочка демонстрировала настоящую идиллию, нежно заботясь друг о друге и обсуждая планы на будущее. Звезда «Кривого зеркала» и «Смеха панорамы» планировала свадьбу с избранницей и даже рождение общих детей. Увы, этим планам никогда не суждено было сбыться. Причем Морозов до сих пор винит во всем Малахова. «Я вот показал Марию, и буквально через полгода она вышла замуж за друга моего. Видите, польза какая. Если бы это что-то сокровенное было, что хочется уберечь и спрятать ото всех, наверное, этого эфира бы и не было. Наверное, это была показуха в какой-то мере. Я бы 100 раз подумал», – признается Александр Алексеевич. С тех пор Морозов так и не смог обрести счастье в личной жизни, будто бы не в силах избавиться от проклятия прямого эфира. Юморист столкнулся с проблемами со здоровьем, ложился под нож хирурга для ушивания желудка и операции в интимной зоне, затем остался без работы из-за пандемии. Любовь он так и не нашел.